6 марта, прощенное воскресенье. Жрать будем рагу овощное с колбасой. Давай. В рагу обязательно, не в рагу, а рагу обязательно добавляется мазик. Что за жизнь без мазика? Закусывать будем солеными помидорами, ну маринованными, маринованными помидорами. Можно перемешать все. Хавчик очень зачетный, мне нравится. Почему? Потому что для желудка он такой щадящий. Не как вам какая-то там фастфудная тема, а очень щадящий. Нет у вас ни изжоги, ни отрыжки после него. Вон, пишет пассажир, баня. Заблокировать, подтвердить. Всем здоров. Что за блюдо? Овощное рагу с колбасой. Надеюсь, знаете, что такое овощное рагу. Если не знаете, то загуглите. Оно делается либо с мясцом каким-нибудь, либо с колбаской. С колбаской можно не делать, но лично я делал с колбаской. В основном его делал с мясцом. Алекс, 57-й, приветствую. Это салат? Нет, это не салат. Это рагу. На десерт у меня будут... Алекс, спасибо за рожки мороженого. На десерт у меня будет блины с нутеллой. Я вчера попробовал, очень вкусно. Ложишь и на 15 секунд. Ну, блины, понятно, что покупные. Пустые, которые, понял? Овощное рагу топ тема, пишут. Ну согласен, что топ, но Алексей, спасибо за рожки мороженого. Но как любая еда, она надоедает. Даже и любая вкусная еда надоедает. Понимаете, даже фастфуд он надоедает. Если вы будете есть через день там котлеточку по-киевски, она и вам надоест. Шаурма. Она надоест. Все надоедает. Все надоедает. Поэтому надо постоянное чередование. Да, надо постоянно чередовать. Я вот ем, а сам не наелся. Кстати, квашеная капуста, он видно. Она уже сготовилась. Я ее сейчас попробовал, все готово. Можно убирать в холодильник. Не тявкой пишет. Модератор есть. Заблокировать, подтвердить надо.
говорят, не тявка. Я-то, может, потявку, а ты уже не, точно не напишешь, не тявкнешь ни разу. Потому что тебе заблокировать, подтвердить. Это то, что рагу вчера делал, да? Я вчера на стриме его делал. Оно настоялось. Пока я спал, оно настоялось прям. Вся колбаска впиталась.